КАМАЗ с прицепом, груженный лесом, двигался по привычному маршруту в сторону пункта приема древесины. Как уже убедились водители, пробираться по этому участку дороги нужно осторожно. Через каждые полметра ямы до колдобины. Очевидно, этих перегрузок не выдержала стремянка рессоры задней оси прицепа, и он рухнул прямо на ходу. Комбинат неоднократно обращался к городским властям, чтобы они навели порядок на этой дороге, но меры не принимаются до сих пор. И вот следствием явилось то, что сейчас мы видим с вами. Хорошо, что не пострадали люди или какая-то проходящая машина. Могли быть жертвы вот при таком развале леса. Действительно, по проезжающим мимо лесовозам видно, насколько опасна амплитуда колебания груженного прицепа. Окажись ямы глубже, ездить по этой дороге было бы еще опаснее. Между тем, директор МУ благоустройства Светлана Козицына в данной ситуации винит железнодорожников. Мол, если ДТП произошло в районе ЖД путей, значит, это их вина. Они не чистят свой участок. Но ведь дорога от перекрестка улиц Кутузова-Гаражная до шлагбаума контрольно-пропускного пункта филиала принадлежит городу. И именно город обязан ее содержать. Но этого почему-то не происходит. Напомним, что по результатам проверки прокуратура города направила в суд исковое заявление об обязании МУ благоустройства привести дорожные поверхности на улице Кутузова в соответствии с ГОСТом. Сделать это необходимо до 1 июня 2014 года.